товарищи, Новый год. Сами знаете, что надо вкусно поесть, поэтому мы возьмем одну говяжью вырезку. Возьмите нож, снимите пленку. Этот жир трогать не будем. Возьму я терку и натертим немного цедры. Лимон обязательно заранее помойте. Внутри добавим немного чеснока. Побольше чеснока никому вреда не принесет. Настоящий домашний пенициллин. Все бактерии, вирусы убивает, просто сделайте. Добавляем чесночок. Сюда накрутим немного перца. Так. Половина лучка у меня есть. Сейчас я его мелко-мелко порежем. Добавим я тоже сюда. У меня есть семя кориандра. Сюда добавим паприки. Немного соли. Мы то модно все смелчим. Получили мы тут очень хорошую, интересную, замечательную пасту. Возьмем сливочное масло. Добавим один такой кусочек и его мотаем. Добавим всю эту нашу замечательную пасту на горячее масло. Все это так смешим. Это ставим в сторону. Ставим кусок пергаментной бумаги. Нам надо этот кусок вырезки. Так, прям здесь залить этим нашим соусом. Затем нам надо сюда ставить бекона. Сейчас мы то все ставим сюда. Не солите слишком много, бекон бывает соленый. То, что надо. И то все завернем. Жир с бекона будет капать на наши замечательные куски мяса. В принципе, это то, что нам надо. Еще немножко добавим сверху. Вова! Вова! Если у вас специй не хватает, ну вот так со стороны фольгу. Если это любите с кровью, 20 минут на 240. Если это любите medium, значит уже там 40 минут на 230-240. Если любите очень хорошо припеченную вырезку, не покупайте, сделайте самую большую новогоднюю ошибку. Понятно? Ждем где-то примерно 20-25 минут. Сейчас мы посмотрим нашу вырезку. Потихоньку снимаем фольгу. У нас такие прекрасные стейки с кровью получились. Возьмем одну вилку. Вырежем это так. Конечно, это все на любителя. Если вы все это любите очень хорошо обжарено, вы то как-то верните в духовку, то делайте. А я сейчас немножко это все сделаем новогоднее. Возьмем немного петрушки. Все это так. Кусок свежего помидора очень хорошо пойдет. Если у вас есть какой-то гарнир, можно рис, можно отварная жареная картошка, можно чего удобно. Это тоже очень хорошо пойдет. Немножко украсим. Сами знаете, что с мясом лук замечательно подойдет. Новый год, все должно быть просто. Наслаждайтесь. Я вам желаю, да забудете все плохо, чего было в вашей жизни. Поздравляю вас, ТВ Джем. Серж Маркович, спасибо вам.